у нас у всех сейчас практически появились такое растение, как гортензия. И опять же вопросы, резать или не резать. Вот посмотрите, у меня молодой куст был посажен этой весной, двухлетним саженцем. За лето он вырос совсем немного, но цвел и дал вот это прирост этого года. То есть вот это ветки были, как он, я покупала его, вот выросли, а вот это уже новый прирост. Обрезаем соцветие. Ну вот смотрите, вот такой высоты ящик. Вот то, что я обрезала, это вполне подойдет. А вот это нет. То есть безжалостно его обрезаем. Не бойтесь резать свои гортензии. Примеряем. Входит? Да, вполне. Теперь мульчируем почву хвойным опадом. Хорошо. Не жалеем. Это будет у нас сразу и мульча, и подкормка органическая, и сохранение постепенное. Это при перегнивании, перепревании будет постоянно поддерживаться уровень повышенной кислотности. То, что как раз любят наши гортензии. Ставим на него ящик. И я, пожалуй, бы зафиксировала, чтобы он не двигался. Все, укрытие готово. Точно так же проделайте с древовидными гортензиями. У них похожее укрытие на зиму. А вот основную обрезку мы сделаем с вами весной. Соцветия можно отнести на компост. Все в дело, все в дело.